Поселок Верхняя Омра, Вылысь Омра, расположен в 25 километрах от центра городского поселения поселка Воевож. В 1946-1958 годах в бассейне Средней Печоры началась усиленная разведка месторождений нефти и газа. Были открыты две подземные кладовые нефти в 1948 году на реке Верхняя Омра и в 1951 году на реке Нижняя Омра. Так, вблизи мест разработки месторождений возникли поселки Верхняя и Нижняя Омра. Основной рабочей силой при освоении месторождений нефти и газа являлись заключенные. После открытия газонефтяного месторождения потребовалось построить тракт, дорогу Чебью, Крутая, а затем продолжить ее до Воевожа и Нижней Омры. 19-е логотделение с тремя логпунктами обслуживало дорожно-эксплуатационную контору Треста Воевожнефть в поселке Дорожной Ухтинского района. Логпункты располагались в поселках Нибель-2 и Верхняя Омра. Из 2147 заключенных 690 были политическими, а 262 – уголовниками. Вкалывали заключенные из спецконтингента в нечеловеческих условиях 12-14 часов в сутки летом, 8 часов в сутки зимой. На трассе даже здоровый человек через 2-3 месяца превращался в скелет. Смертность была ужасная. Из пришедшего в лагпункт этапа, из 500 человек, через 3 месяца в живых оставалось несколько десятков жалких доходяг. После массового освобождения заключенных в 1953-1955 годах Ухтижемлаг прекратил существование, но оставил после себя целый промышленный комплекс, множество поселков и город с нынешним населением около 100 тысяч человек. В списке 1956 года поселок Верхняя Омра приписан к Нижнеомринскому поселковому совету Троицко-Печорского района. В 1970 году здесь жили 1059 человек, в 1979 году – 839 человек. В 1980 году передан в ведение Воевожского поселкового совета. В 1989 году в Верхней Омре было 524 человека. Согласно переписи 2010 года в поселке проживал 31 человек. К лету 2020 года поселок опустел и зарастает теперь бурьяном, храня вместе с собой страшные картины гулаговских времен. Более подробную информацию можете посмотреть на сайтах, ссылки которых указаны в описании к видео.